Вот как так получилось, что в русской литературе целых три писателя по фамилии Толстой? Причем все трое родственники родились в 19 веке и имеют титул графа. Даже имена у них похожи. Лев Николаевич, Алексей Николаевич и Алексей Константинович. Любой запутается, поэтому давайте разбираться. Лев Николаевич Толстой — это наш главный классик. Его все знают со школы и читают за рубежом. Именно он написал «Войну и мир» и «Анну Каренину». А также жил в Ясной Поляне и учил крестьянских детей. Алексей Константинович Толстой — это троюродный брат и современник Льва Толстого. Он писал сатирические стихи, баллады, приключенческие книги. Еще он был одним из создателей Козьмы Прудкова. А сегодня его все помнят как автора исторического романа «Князь Серебряный». Алексей Николаевич Толстой родился позже всех и стал уже советским писателем, но у него тоже много известных произведений. Например, научная фантастика «Аэлита», роман «Петр I», эпопея «Хождение по мукам» и, кстати, детскую сказку про Буратино также написал именно он. Читайте и слушайте на MyBook, скидка в комментариях.